Друзья мои, я вас всех приветствую. Смотрите, у нас такие штуки сегодня утром на завтрак. Дело в том, что мы не можем вспомнить, как они называются. Это вот хлеб, жареный с яйцами. И с молоком. И с молоком. Еще и с сахаром, да? И с сахаром. Ничего себе. В общем, они как-то назывались. Но это не кренделя были. Кренделя это совсем другое. В детстве у него было название. Друзья, если вы вспомните, как вот эти штуки называются, блин, просто вот невозможно. Может, у них вообще названия нету? Ты специально созвонишься с мамой, чтобы спросить. А, специально, ну хорошо тогда. Друзья, в общем, если вспомните, как это называется, пишите, потому что вот не можем вспомнить. У нас сегодня такой чудесный завтрак, кофеек. Это у нас кофе, да, молоком или... Масала. Очень вкусная штука. Чай вот этот, индийский масала. И вот такие вот горбушечки. Вот, находимся в городе Белград. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.